российских дипломатов выдворяют 14 стран ЕС, Туск. Власти 14 стран, входящих в ЕС, решили выслать российских дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 14 из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ в качестве меры солидарности с Лондоном по делу Скрипаля. Об этом в понедельник, 26 марта, заявил глава Европейского совета Дональд Туск у себя в Твиттер. Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов, сказал он журналистам. Туск не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, а также число дипломатов, подлежащих высылке. Однако на данный момент известно, что Германия и Польша высылают по 4 дипломата, Чехия выдворит 3, а Нидерланды – 2 сотрудников посольства РФ. Также США сообщили о выдворении российских послов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. О выдворении 13 российских дипломатов сообщил и президент Украины Петр Порошенко. Также есть предварительная информация об аналогичных санкциях со стороны Литвы, Латвии, Эстонии, Хорватии и Румынии. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.